Здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию на обозрение предоставляется марка «Команч», велосипед «Томагавк Кросс». Велосипед для езды по городу в основном рассчитан с радиусом колеса 28 дюймов. Повод здесь двойной. Покрышки идут сликовые, гладкие, хорошо будут себя вести в накате. При езде по дождю здесь хороший протектор, который отбивает влагу. По лужам ехать будет удобно. Тормозная система у велосипеда в брейке. Стоят команчи. Тоже немаловажный, приятный факт. Вилка сантуровская, с ходом 70 мм. У вилки имеется в виду, имеется локаут. Включение-выключение вилки. Руль. Руль у велосипеда формированный. Имеет непростую форму. Выдут и по бокам разведен приятно. Ручки руля и переключатели совмещены. Моноблоки тем самым называются. Система передач 3 на 8. Руль велосипеда имеет, вынос руля имеет возможность регулировки. Тем самым позволяет изменять угол руля, и тем самым наклон велосипедиста тоже изменяется. Велосипед состоит из алюминиевой рамы, который позволяет, на котором стоит подседельный штыр амортизационный. При езде по пересеченной местности происходит сжатие, тем самым нагрузка с позвоночника спадает, очень удобно. Велосипед комплектуется трансмиссией 3 на 8. Передние шатуны стоят сантуровские. Звезды здесь соотношение 22, 32 и большая звезда 42. Сзади стоит переключатель Acera и кассета HG31. Восьмискоростная кассета 31. Велосипед имеет задний дропаут 3D, который снимает вес, при этом не падает жесткость. Передний переключатель. У велосипеда имеется каретка картриджная. Передний переключатель Altus. При ростовке велосипеда 20 дюймов вес велосипеда составляет... Для вас это сделаем. Вот сюда, на цифры, пожалуйста. 20-дюймовый размер рамы составляет вес 14,5. Приходите в наш магазин велосипедный, мы вас будем рады видеть. Велосипед имеется в наличии. Спасибо, до свидания.